Второй аромат из эксклюзивной коллекции называется «Ваниль Эксклюзив». Эксклюзивная, необычная ваниль. Дело в том, что сад Тюльри стал тем местом, где высаживались настоящие растительные сокровища. Сколь манящие, столь и опасные. И для знаменитого метра Рене, парфюмера, кондитера и личного отравителя Екатерины Медичи, сад Тюльри стал источником сырья для его хитроумных и очень экзотических ядов. Одна из самых знаменитых историй, связанных с ними, это история об отравленном лакомстве, которым королева угостила свою соперницу. Для маскировки вкуса яда, мэтр Рене использовал невиданную и неизвестную в то время ваниль. Яд имел такой миндальный оттенок, а ваниль создавала вот такое сладостное ощущение лакомства. Стручок ванили был выращен как раз в саду Тюльри. Это был стручок прекрасной орхидеи. И никто не думал, что этот изумительной красоты цветок может стать соучастником такого настоящего преступления. Таким образом, первое в истории ванильное пирожное, созданное мэтром Рене, оказалось при этом смертельно опасным. Пьер Монталь и Амели Мансера создают композицию, в которой повторяют идею опасного лакомства, но столь неотразимого и столь вкусного, что перед ним практически невозможно устоять. Они сделали возбуждающую, опасную и неотразимую ваниль. Этот аромат может описываться как сладостный яд, завораживающий своей красотой, как сладостный яд, пробуждающий желание. Его укутали взбитыми сливками, его посыпали миндалем. А теперь попробуйте избежать этого сладкого поцелуя. Миндально-ванильное сердце этого аромата как будто маскируется изысканно нежными, словно взбитые сливки цветами османтуса, белого персика и сливочно-молочного аккорда. Жасмин и тубероза создают неотразимый манящий эффект. Ну и, конечно же, мускус и сливочный сандал только усиливают его шлейф, соблазнительную стойкость. Так что ваниль эксклюзив – самый опасный и самый прекрасный аромат из этой коллекции.